всем привет. Давно все хотел попробовать записать видос. Как это? Ну, как я пишу музыку? Пишу очень просто. Сейчас вам покажу. Здесь ничего сложного нет. Ну, относительно. Так. Так, новый проект. Так, я выставляю пятый, потому что здесь 4 базовых. Ударные, хиты, снейры. Я на пятом. На нем будет паттерн. То есть новый. Так, выставляю сразу. Удары в минуту. 128 я ставлю. Раньше писал на 120. И еще лучше сразу же нужно инфо. Нужно обозвать трек, чтобы потом не париться. Да. Тимит, быть у нас робкое желание, типа того. Тимит. Timid desire. Timid. Это лучше делать сразу. Иначе потом. Он запишется как untitled. Вы его не найдете просто. Ну, в C надо будет. Он по умолчанию. Папку FL Studio C. И там. Ну, неудобно, лучше сразу подготовить топ, куда сканять, и все, готов. Вот. Timid Desire есть. Так, ну все просто. Так, я начинаю. Тупо. Можно тут два варианта добавлять. Синты. Можно вот здесь на плюс нажать. Сразу же. Я юзаю обычные, которые можно здесь выставить, обычные плагины, то есть они доступны всем. Существует много хороших, дорогих, классных плагинов, но у меня компьютер шлябой, я, к сожалению, не могу им пользоваться. Так, Piano Roll. Вот мы зашли, так. Паттерн 5. Сразу же я начинаю с ним работать, мастеринг сразу оставлять предварительно, потому что потом, когда уже будет готовый трек, вот cross beat. Типа, ну это эквалайзер обычный, просто такой, ну, нормальный гроссбит, чтобы поставить другую правую кнопку, и вот у меня все базовое, то есть тут, да, все базовое. Как бы один-то есть плагин там, или два сторонних, я их устанавливал, VST, как бы они называются, как это опция, не суть, так. Так, в Piano Roll заходим, паттерн пятый, ну просто, я, к сожалению, нот не знаю. Пишу просто на слух. Так, можно удобно мне писать на пианино. Так, пианино, вот тут кейс.
Можно добавить. Вот пианинка. Сразу вот так вот раз. Просто вот. Вот вот так и делается потом. Вот это не просто тыка. Не мучиться приходится. Я вот так вот вырезаю. То есть укорачиваю. Не факт, что они сейчас будут. Вот этот бонус свой. Это так годится, в принципе. Ну-ка, я просто вам покажу, как это у меня происходит. Это не то, это так не пойдет. Ну ничего. Ну вот, вы можете наблюдать примерно такое. И это вообще делается, я все делаю на А. Как бы. Без подготовки, то есть так, ну это вот основное, я вот с этого начинаю делать любой трек, кто-то по-другому начинает делать, у кого особенно если дружит с нотами, то он может и с басов начинать прописывать басовую линию, хотя сложнее, не знаю, я уже вот так приспособился и так, и тут можно понижение сыграть, можно вот нажали, тяжеловато я взял, конечно, но... Так, вот, ну сейчас подобрать. Ну и последнюю струсочку. Размечтался. И в конце на повышение. Она как фальшивит, вот как она, да. Ну вот что-то вот так вот. Так, далее это мы сделали, выходим в основное поле. Если вот пятый. Нет. Начинаю отсюда писать. Оставляю вот вниз. Здесь оставляю пространство для ударных эффектов. Потому что потом, когда уже тут у вас куча налепится, здесь потом приходится очень сложно все это
Не сложно мучиться. Так. Теперь пишем сейчас бас. То есть у нас мы имеем какую-то там что-то мелодию. Можно повысить ее. Это Ctrl и перечку вверх. Это же будет потоньше, веселее. Так, а теперь мы шестой. Так, вот шестой. Это у нас будет. Можно вот так добавить паттерн. Шесть цифру ставим. Вот здесь add. Ну, у меня англоязычная версия. Благо я язык знаю. Мне легко в англоязычной работать версии. Мне все равно. Но кто с английским не очень, да. Это... лицензионку скачать, она сколько сейчас стоит? 200-300 бакинских рублей, я честно не помню чину. Так, и мы здесь выбираем, ну, обычный вот GSM, он идет тоже Surfer Studio. Это для баса. Так, сразу же вот здесь ставим 6. Сразу же я чуть-чуть как бы зеркально, чуть-чуть можно еще вот здесь добавлять, ну, не борщить, он будет эффект такого, как будто за спиной играет что-то такое, эффект зеркальности такой, нормальный такой эффект. Так, шестой GSM, да, нужно бас. Бас уже как бы стоит. Заходим в Piano Roll. Хрю-хрю. Так. И так. И теперь крутим пятый. Он затемненный. Я вот что-то забыл. Не смог найти, чтобы показать, как Shadow функция называется у каждого паттерна. Можно его затенять, если листать, если с ним не работаешь. Вот у нас открытый. У нас открытый шестой. Он появляется. И чтобы не мучиться, не подбирать. Так, у нас пошли басы. Так, вот этот я пилю пополам. Отлично. Вот так. Что-то не так. Что-то не то. Не слишком они жирноватые у меня. Да, что-то я... Да, вот так вот. Я что-то... Такой щедротный. Нехилые басы вальнул. По идее, он не тут должен быть. Он должен еще его распилить.
Потому что в этом месте он попадает в бочку, и он меня не будет слышно. Что-то вот так вот потом копируем. Далее прописываем. Не прописываем. Проставляем наш бас. Так, так, так. Не обессудьте, это мой первый мой видос. Я просто хочу попробовать, как это со стороны выглядит. Какой я бум-бум там мем или что-то. Не знаю, сейчас. Это первый, блин, как он там? Комом первый, блин, да. Ну, вот такой. Вот сейчас просто выглядит. Выглядит так, звучит все ужасно. Теперь Ctrl-C. Копируем. Это удаляем. Удаляем. Так, сейчас, секундус. Секундус, вафлеритас, лескуэртас. Так, и теперь в шестой перелистываем и вставляем. Пожалуйста, вуаля. И теперь уже выходим в основное окно. В основное. Так. Блин, ловим поровнее. Ну и вот мой мем уже что-то такое непонятное. Так, далее. Так, тут громкость все нормально. Нормально, так. Ну и теперь нужно подобрать бас реальный. Я вот шестой не сделал. Так, шестой. Сразу же ставим минус. Вот кроссбит. Кроссбит будет играть немаловажную роль. Вот. Так, с чего начнем? Так, понятно. GSM, конечно, все трогательно, но лучше подобрать. Вот, replace, заменить. Хочу заменить GSM на другой синт. Это у нас будет массив. Он тоже доступен, его можно скачать в браузер. Так. И есть у нас где-то бас. Вот он, бас. А вот уже другой отдел. Так вот, демонстрация. Так, демонстрация, кроссбит. Так, шестой заходим. Тупо нам нужно. Здесь их запомнить все. Вот их можно запомнить, но нет, смысла нет, приходится подбирать. Thank you.
Здесь еще дополнительный эквалайзер свой есть на канале. Так, и дальше. Пятерочка. У нас здесь пианино играет. Шестое, да. Так, теперь тоже что-нибудь сюда. Тоже меняем. Массив это обычный, так, лид нужен, нужен лид. О, стопе шестой. Эх, вот так вот косячок вышел. Я на шестом на басе заменил. Наглядно не туда зашел, нужно в пятый был, вот его заменить. Так, реплейс, также его массив. Все, теперь на пятом у нас массив. Так, брюзер синф лид. Это я к примеру просто вам показываю, так как это будет работать. Так, и пятый, теперь к пятому у нас привязан. Это один из вариантов, не факт. Но это обычные надстройки. Базовых можно. Так, и вот так это. Ничего сложного нет. Я считаю, каждый может это просто при свободное время, если страсть к музыке есть. Это классно вообще. И потом просто подбирается необходимый, на ваш взгляд, звук, и все, и далее. Thank you.
Так. И потом просто вы экспериментируйте, хотите, что хотите делать. Пожалуйста. Добавляйте, подвешите еще один кроссбит. Вот это лучше, вот это убрать. Так вот эти вот щелчки, интересно, пропишутся, не пропишутся. Ну и далее, чтобы не мучиться, можно прописывать кик. Самому, то есть базовый. Так, куда так громко? Опять наложился на два. Интересно, как это происходит у меня? Так. Ах ты! Ну-ка. Я его напиликал в пятом. Ну, вот это да. Вот сейчас мы сделаем. Это чисто пример. И чуть-чуть не тут. Так. Интересно. Это если самому писать. Ну зато можно свой выбрать, свой звук сюда в кик закинуть из коллекции, которую вы накачаете в свое время. Ну обычно да, я выбираю где ваншот кикин. Вот тут готовы они есть. Вот его просто выносите сюда на момент. Один момент. Так.
У нас 128 ударов в минуту, здесь 124. Он не будет попадать у вас, поэтому берем тайм и крутим его вот так вот. Выкрутили, чтобы он совпал вот с четырьмя тактами. И теперь он... здесь. Так, теперь накидаем их кучу. Вот как бы так. Есть нож, чтобы обрезать здесь на переходы, чтобы был или побольше можно обрезать. Сюда можно ставить все, что хватить, что так. Ты че это, куда это собрался? Так, ну и так. Ну и теперь надо вот нас 5-6. Теперь 7-й. Нужно какую-то там тролливали, мы гуляли. Девочки там кое-что нашли. В школе и в школу прогуляли, и купались, не пошли. Так, 7. 7-ка у нас. Да, паттерн 7-й. End channel. Nexus для нот, то есть прописать уже партию, там, мотивчик. Я прибегаю к пианино, потому что слышно четко, удобно, а другие инструменты, там, если синты какие-то, можно не разберешь. Так, заходим piano roll, чпок-чпок. Так, у нас лучше скопировать 6-го нормальную нотку. Так, 7-й. Угу. Размечтался. Угу. Так, это у нас бывает. Так. Мы его глушим. 8-й оттянул. Nexus. Так. 7-й у нас не будет работать. Можно здесь 8 привязать паттерн. Либо вот здесь привязывается. Либо вот в этой... Как она? Полка каналов, типа. Канальная полка. Ну, не анальная, а канальная. Да, так. В общем, здесь эффект зеркальца. Чуть-чуть. Так, сразу. Сразу его предмастеринг якобы такой. Ну, легкий. Мастерингом это не назовешь, но так, относительно, чтобы звук был не сильно однообразным. Так, 8-й. И опять, как же мы заходим в piano roll основной, и нам нужен 5-й. Я пианинка вот забыл поставить. Так, пианинка, пиано. Где поп-кейс? Громкость убавляем. Так. И теперь, да, ах ты. Ах ты. Вот. И теперь мы пишем. Ну, бы я
поиск студии. Так, и мотивчик. Вот, допустим, такой. Вот это делается. Это все я наобум. Так. Мы не привязали вот эти бубенцы. Он сыграет здесь, в канальной полке. Так, сделаем 20-й канал, наверное, на них, на нашу бочку. Здесь обычно я ставлю только вот этот эквалайзер, чтобы цокал там чуть-чуть. Так, и дальше возвращаемся к нашей. Пятый. Я вот вышел и подзабыл. Вот они здесь прописались. Для этого нужно тогда 8-й. Вот я вернулся, если что, у вас так будет получаться, чтобы не мучиться потом. Мы вернулись, теневые нотки. А здесь уже можно. Звучит убого. Ну, типа того. Это все для примера. Я просто демонстрирую, как я создаю якобы свою, ну, свою музыку. Теперь это копируем, Ctrl-C, это нужно обязательно удалить, то что она будет у вас играть на этих, на этом, на пятом паттерне будет играть 8-й. Так, сюда Ctrl-V ставили. Так, и теперь его вот сюда вставляем. Так, ну, у нас прописан по другим моментам, то есть его нужно перемещать. Так. И что-то как-то, ну, не знаю, сейчас обрежем здесь. Это много.
кисточку, чтобы удалить. Сюда ставим. Так. Что-то как-то... Ой-ой-ой-ой. Так. Теперь. Восьмой. Восьмой здесь. Гроспит. Можно... Так, чуть изменили звучание этих движений нот. Последовательность. Так, и теперь восьмой. Вот когда бывает заходите каналы, здесь нужно all, и тогда вы видите все. Почему так она приходится периодически, она сворачивается, непонятно. Так, Nexus мы меняем на массив, опять же браузер, громкость он будет громко кричать, pad, и тупо сейчас любой тыкаем. Потом привязываются эффекты и все подобное. Это просто элементарный пример. Пока все, нужно это видео обработать, посмотреть, что получится. И если что понравится, еще снимем что-нибудь подобное. Так, всем спасибо, удачки, пишите музыку, это, блин, вообще приятно, классно, здорово.